Доступность дошкольного образования, повышение зарплаты бюджетникам и активная подготовка к универсиаде. Такие планы на ближайшие 5 лет сегодня озвучил губернатор края Лев Кузнецов в своем ежегодном отчете на сессии законодательного собрания. Сколько новых детских садов появится в этом году, знает Лучи Пастика. Я так думаю, что в советском районе ни у кого нет интерактивной доски. Интерактивная доска, музыкальный зал с белым роялем и самое современное оборудование на кухне. Такой детский сад в микрорайоне Северный открылся чуть больше года назад. Но самое большое преимущество родители видят в том, что здесь сейчас могут обучаться больше 200 детей. Сделать дошкольное образование доступным – одна из главных задач, которую правительство края сейчас пытается решить. В прошлом году построили 16 новых детских садов. Еще 15 зданий дошкольных учреждений возвращены детям. 2014 год у нас запланировано строительство 20 новых объектов для дошколят. Задача поставлена однозначно, что очередь должна быть исключена к 2016 году, 1 января 2016 года. На сегодняшний момент, на конец 2013 года, очередь составляла от 3 до 7 лет порядка 20 тысяч. Это ребятишек. Должна быть решена эта проблема. Перед депутатами Лев Кузнецов сегодня не только отчитался о том, как реализуются майские указы президента, но и сообщил о задачах на следующие 5 лет. Мы должны изменить столицу края Красноярск, качество жизни людей, дать импульс развитию территорий, запустить новые экономические проекты в центре и на севере, сделать юг и запад территориями для отдыха, туризма, культурного развития. И самое главное, эффективного сельского хозяйства. Решить все эти задачи возможно, считают депутаты, даже несмотря на все сложности с бюджетом. Порядка 450 миллиардов рублей край перечисляет в федеральный бюджет. И вот этот дисбаланс при необходимости решения очень серьезных вопросов на территории, он, конечно, не дает возможности развиваться. Мы каждый год прибавляем по 10-15 миллиардов рублей в доходной части. Но задачи, которые мы себе ставим, они существенно выше. И поэтому основная задача – это привлечение федеральных средств. Также сегодня Лев Кузнецов отметил, что главный толчок краю даст универсиада. И в этом году начинается обратный отчет 5-летки. Лучия Пастика, Владимир Антонов, Новости ТВК.